Это история исчезновения одного из крупнейших деятелей нацистской Германии Мартина Бормана. Борман, среди прочих своих должностей, возглавлял партийную канцелярию НСДАП, а также был личным секретарем Гитлера. Был приговорен к смертной казни на Нюрнбергском трибунале заочно, поскольку в мае 1945 года Борман попросту исчез. После самоубийства Гитлера, в ночь с 1 на 2 мая, Борман с группой офицеров попытался бежать завещанием фюрера из охваченного боями Берлина. На этом его след потерялся. За информацию о нем правительство ФРГ назначало награду в 100 тысяч марок, а известнейший охотник на нацистов Симон Визенталь считал, что Борман жил в Аргентине, а после в Чили. Только в 1972 году во время земельных работ было обнаружено два трупа, один из которых, как определили, принадлежал Борману. Но только в 1998 экспертиза ДНК установила это наверняка. Оказалось, что врач Гитлера Штумпфегер и Борман были ранены при попытке бегства и приняли яд, чтобы не попасть в плен. Подписывайтесь на телеграм-канал «Таинственные истории», ссылка в комментариях.